такое ощущение, что здесь что-то изменилось в новом. Но не пойму, что. Вроде те же газоны, и камни вроде эти были. Как будто стало меньше травы. Вроде как выкосили, вычистили и засыпали камнем. Или мне кажется. Ой, а как сильно поднялся пляж. Прям невероятно, камни. Ой, здесь прям почти можно сам так спрыгнуть просто сверху. Ну, не насыпают. Здесь в последний момент будут все делать. И эти аттракционы, и прибирать, и кафе. Если в Церквенице еще как-то... Сейчас вот я видела, начали уже загребать песок, как-то организовывать пространство. Здесь нет, здесь оно будет до последнего стоять. Ой, вот здесь, кстати, пляж классный. Видите, как вымыло. И с песочком даже. Летом его, бывает, засыпают этими же самыми камнями, равняют, и потом... Он такой получается, ну как, не дикий, обработанный, но мне меньше нравится. Спущусь немного, нравится мне здесь. Мне нравится в новом вот эти камни природные, вымытые, разбитые. Очень красиво выглядит. Ну могли бы, вот видите, вот не хватает вроде бы деталей, да, вроде ничего страшного. Ну подумаешь, ограда. Есть даже какой-то свой шарм в этой ободранности. Видно, вроде все остальное в порядке. Но все-таки это же, ну не бесконечно, не может постоянно быть ободранные ручки, ободранные ступеньки. Все нужно постоянно контролировать, приводить в порядок. Ну да, но для этого надо иметь деньги в казне и в городе.